План наций 100 конкретных шагов – основной гарант обновления и развития. На такую тему прошел брифинг в службе региональных коммуникаций. Руководитель управления образования Акимата Жамбылской области Сулушаш Курманбекова доложила о том, насколько эффективно реализуется данный документ в сфере образования. На сегодняшний день в двух пилотных школах области осуществляется апробация учебников и учебно-методических комплексов, планов и программ обновленного содержания образования. Если в прошлом году была проведена апробация учебно-методических комплексов первых классов, то в текущем году двух классов. Всего в данном пилотном проекте задействовано более 270 учащихся. Начиная с текущего учебного года, почти 226 тысяч первоклашек области пообучаются по обновленному содержанию образования. Согласно стандарту начального образования, они учатся только 5 дней в неделю. Также согласно 79-го шага плана нации разработан комплексный план развития трехязычного образования на 2015-2019 годы. В четырех школах области осуществляется работа по преподаванию естественно-математических дисциплин на английском языке. Согласно 89-го шага осуществляется системная работа по реализации патриотического акта «Мангейлик-Ель». Особое внимание уделяется вопросам расширения сети организации образования. За 25 лет независимости Казахстана построено в нашей области 138 объектов образования. 97 школ, 25 детских садов, 1 колледж. Из 97 построенных школ, 79 построены за последние 14 лет. Системная работа, направленная на создание сети школ для одаренных детей, позволила школьникам области занимать лидирующие позиции в республиканских и международных олимпиадах и научных соревнованиях.